Надо крупно тебя показать. Ну вот я крупно показываю. Это сабельник. Вот такие листья у него с острыми зубчиками. Тут остались цветочки высохшие. Вот его. Самое отличительное. Длинные коричневые корни, которые внутри пустотелые, имеют дырочку внутри, если отломать. Здесь на изломе видно, что внутри пустая дырочка. Целая плантация. Чтобы ее не испортить, будем еще подряд рвать. Что называется, через один. Очень легко остается корни, потому что они поверхностные. Вот такие прошлогодние более темные. Этого года светло-коричневые. Давай покрупнее, поближе. Чтобы было понятно, листочки какие. Угу. Зубчиками. И вот цветы остались. Темные корни переходят в светлые, которые в этом году наросли. Классно. Ну, сухие цветочки остались, когда цвел в июне. Самое удивительное в этом месте, что здесь даже люди, также это болото, а тут добрые люди сделали такой мост над этим болотом, и даже смотровую площадку, и даже такие чушечки, чтобы спускаться было удобно. И в грязи не утонуть, да, ну вот просто изумительные люди так позаботились о травниках, о тех, кто будет собирать здесь сабельник. Прямо они вот и думали об этом. Как нам помочь?